Лагерь «Альпийский» Горьковского района прошли 11-е всероссийские соревнования по лыжным гонкам. На призы мастера спорта международного класса, участника двух олимпиад Владимира Долганова. На трассе состязались более 200 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет из нескольких регионов Сибири. Такого уникального места, как наша альпийская деревня в Горьковском районе, в селе Октябрьское, наверное, не каждая область может похвастаться таким прекрасным местом для проведения соревнований по лыжным гонкам такого высокого уровня. И, наверное, не случайно 11-й турнир, всероссийский турнир по лыжным гонкам на призы Владимира Долганова. Это уже такой тоже своеобразный бренд Омской области. Что отрадно, что к нам приезжает большое количество ребятишек из других регионов. И такая проба снега, проба трассы, показ результатов высоких, наверное, это то, ради чего все это делается. Спортсмены выявляли сильнейших в трех дисциплинах – гонки свободным стилем и двух соревнованиях в классике – спринте и масс-старте. А мячи завоевали 2 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых награды. Особенно успешно выступили самые юные спортсмены – лыжники 2011-2012 годов рождения. Отметим победу Полины Кочингиной в гонке свободным стилем на 2 километра. Подъем я первый заехала хорошо, спустилась тоже. Подъемы, в принципе, были резкие некоторые, некоторые нормальные, и поднималась, в принципе, хорошо. Но последний я выложила все, чтобы, конечно же, победить. Радует то, что у второго я выиграла практически минуту, а у третьего 59 секунд, тоже практически минуту. И очень рада, что у меня такие хорошие тренера – Федорова Ирина и Балахничев Александр. Лучшие результаты показали лыжники Новосибирской и Кемеровской областей. Они завоевали по 6 золотых и 10 и более призовых медалей. А трасса хороша тем, что здесь, да, большие очень подъемы, но таких крутых поворотов, что прям сломать лыжи нет. Быстро надо ехать, потому что тут ребята со всей России, а соответственно у всех очень огромные силы. Все готовятся, все волнуются, вот. Но все после этого радостны. Следующие крупные соревнования среди юных лыжников пройдут в Кемеровской и Томской областях.